Ой, через поле той широкое, святый вечер той широкое, ой, через море той глубокое, святый вечер той глубокое, тудою и шла Божья мати, святый вечер Божья мати, Божья мати, сына шукати, святый вечер, сына шукати. Стрела я на три янголочки, святый вечер, три янголочки, три янголочки, три коляднички, святый вечер, три коляднички. Чи не бачили сына моего, святый вечер, сына моего, сына моего, Бога вашего, святый вечер, Бога вашего. А я ним каже, мы не бачили, святый вечер, мы не бачили. А другий каже, тай признаймося, святый вечер, тай признаймося. А третий каже, у пана Івана, святый вечер, у пана Івана. Я думаю, можно прямо аплодировать. Я раз такой появился. Что, Сереж, ты здесь? Ты да, как, все конечно, хорошо. Что? Есть. Фольклорный ансамбль «Шкатулочка». Ну, я думаю, что не всем, не полным составом. И руководитель Любовь Харченко. Доброе утро. Спасибо. Доброе. Мы вот решили с такого начать. Низкий вам поклон. Спасибо вам большое. Это же можно назвать колядками. Да, это колядка. Мы, собственно, вот об этом хотели поговорить, что в январе по старому стилю Новый год и принято колядовать. Либо еще есть как какое-то слово... Посевать. Посевать. Чем отличие в чем? Да, по большому счету, ни в чем. Другое дело, что при колядовании мы вам поем там всякие добрые слова, и вы нам за это дарите всякие вкусности. А при посевании мы вам обсыпаем вас зерном и тоже желаем всякого хорошего. Но вы нам ничего не дарите. Сердце. Внимание. Аудитории. Расстелялись, не знаю. Я хотите, вы скажете номер телефона, я вот на карточку вам переведу. Ой, очень хорошо, договорились. А скажите, а вот 7-7 посеваем, это получается, то есть вроде как желаем того, чтобы в этом году был посев еще больше, да, правильно? Нет, не только посев, потому что, ну, есть такое понятие контагиозная магия, да, или подобное. То есть принимая на себя зерно, которым я вас посыпаю, как на свадьбах, лепестками посыпаю, деньгами, да, мы прибиваем к этому человеку здоровье, богатство, сытый желудок, полный стол, да, то есть это некое подобное, которое мы берем на себя. Да. А вообще, в принципе, колядование, это... Мы отдаем это вам. Как бы из язычества к нам пришло, или это абсолютно 100% такая христианская вещь? Вообще из язычества, конечно. Все-таки конечно, оно преобразилось просто? В христианстве нет таких традиций, да, потому что там немножко другие. Но, тем не менее, в Рождестве это присутствует до сих пор. А вы знаете, есть такое понятие «русское двоеверие». То есть мы до сих пор наполовину язычники, наполовину христиане. Это термин устоявшийся, давным-давно принятый. И поэтому одну половину праздника мы проводим в церкви, а вторую половину праздника мы проводим как язычники. Это нормально, колядуя. И колядуя, в том числе и гадая. А все могут колядовать вообще? Как делать-то правильно? Я вот помню, в детстве мы вроде бы ходили, ну и нам давали какие-то конфеты. Да. А вот, ну, как издавна это все было? Ну, специальные люди это делали? Либо все подряд? Все подряд. У кого чаще костюмы всего... были, может быть? Чаще... Или кому? Ну, костюмы, это же нормальная одежда для того времени, да? Это же не костюм сценический. Да, а у нас костюмы. Ну да. Ответьте. Поэтому изначально, ну, обычно этим занимались так, по возрастам. Детки отдельно, подростки отдельно, девушки и парни отдельно. Ну, взрослые обычно не колядовали уже. Они ждали, когда им дети и подростки принесут. А вот, знаете, я вот, например, наблюдал эти традиции, когда в детстве бывал в Украине. Там, ну, просто почему-то так сложилось, что именно в детстве я видел колядующих людей. И там звучало это так. Дайте, например, пирих, бо потяну хату за рих. Ну, что значит, дайте пирог, иначе потяну крышу. То есть, по сути, человек, ну, угрожает. Это как бы правильно в этом смысле? Ну, смотрите, если я вам пою хорошие слова, там, дай бог тому, кто в этом дому, вы мне чего-то даете,
тем самым вы покупаете мои добрые слова, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть то, что вы купили, это ваше, и я это обратно не заберу. Если я вам уже отдала хорошее слово и хорошее пожелание, но вы это у меня не купили, значит, я имею право забрать обратно. Mm-hmm. Это еще один намек о том, что ты должен все-таки взять номер телефона и перевести на карточку. Хорошо, очередной еще вопрос у меня приходит в голову. Может быть, кто бывал там в Германии, не знаю, наблюдали наверняка, что там есть традиционные праздники такие, национальные, когда люди, не стесняясь, абсолютно на все 100% выходят в национальных костюмах, да, это можно даже повседневно увидеть, и ходят, и на них странно косо не смотрят. Они понимают, что это национальный костюм, и человек, ну вот, как бы выражает таким образом свое проявление и уважение к своей же нации. Почему у нас так не распространено ношение такой одежды? Ой, вы знаете, это, ведь тоже это на самом деле больной вопрос. Вот прям больной. В чем причина? Потому что все национальности, которые у нас живут, вот, например, даже на территории Красноярска видели, да, каждый в своей национальной одежде ходит, это нормально. Угу. А мы русские, да, сейчас уже начинаем ходить. Благо то, что мода уже пошла там на длинные юбки, на вот такой крой, на ситцевые, там, сатиновые ткани, простые, дышащие, да. Сейчас люди начинают ходить в этой национальной одежде, и это считается уже нормальным. То есть лет 5 назад, когда я ходила вот так вот на работу, на меня так смотрели косо. Сегодня я приехала. А может быть, может быть. Сегодня я приехала по городу вот так в этой одежде, там в зимней полушубке, как положено. Угу. И, в общем, на меня уже никто косо не смотрел. Давайте у девчонок спросим, а вы приучаем. Как относитесь к этому? Входите в таких нарядах в повседневной жизни? И летом ходим, и на учебу я хожу, и косо вот, особо не смотрю. Вот наоборот, говорят, что красиво, да. Да, ну, как вот так, на учебу? Это очень удобно, да. Что одногруппницы говорят? Спрашивают, где приобрели, где ну, сами решили. Ну, они знают, что я в фольклорном ансамбле да. пою, поэтому... А те люди, которые, например, не знают, что в фольклорном. Вот они с вами познакомились, видят вас в ну, таком, ну не в таком, может быть, образе, просто, я понимаю, улыбаются. Что это более все как бы адаптировано. Угу. Они просят дать контакты, узнать, где можно было приобрести для себя да такое. Нет, одежду. Просто, ну вот, например, летом по улице прогуливаешься, люди улыбаются, там смотрят, ну то есть это приятно тоже, внимание обращают. Мне кажется, правильно. Когда ты видишь такую семью, например, даже там, ребенок одет вот так, и это очаровательно. Не, ну это уже... Это просто, уже, может быть, не хватает России таких праздников, на которые можно было бы прийти вот в таком, скажем, ну, одеянии. Ну, в праздниках-то в одеяния ходят. А вот чтобы в повседневной жизни так ходили, это, для этого нужна сейчас у нас определенная смелость. К сожалению, угу. ее нет. Но я про всех не говорю. То есть да, я встречаю безусловно. Очень много людей, которые одеты в традиционную одежду. Вплоть до того, что мы замечаем на наших дамах шапки, которые сшиты по тем древним традициям. Да, я вот только из традиционных шапок, наверное, вижу формовки. Формовки? Они перекочевали. Это такая вещь абсолютно уникальная, которая на все 100% русского показывает. Ну, наверное, потому что вы не знаете, как тогда носили шапки, какие шапки, да? Тогда, да, но формовки для меня запомнились. Спасибо, скажем вам большое за то, что приехали к нам в народных, повседневных костюмах, давайте их так назовем, покольдовали. Что касается благодарности от нас, мы, естественно, это сделаем, потому что это наш, как это назвать? Теперь ваши добрые слова. Это будут ваши добрые слова. Да, руководитель фольклорного ансамбля «Шкатулочка» Любовь Харченко, ну и, собственно, лишь малая часть, я думаю, вашего дружного большого коллектива. Спасибо, что были с нами. Да, на этом, конечно, наша программа не заканчивается. Оставайтесь с нами еще огромное количество. Ну, час уж точно вместе с вами будем оставаться.